Всевышний Аллах описывает в Коране диалог между одним из обитателей рая и одним из обитателей ада. Я бы хотел прочесть вам первую часть этого диалога. Это сцена, когда человек только попал в адский огонь, и все для него является новым. И он вспомнил, что в мирской жизни у него был верующий друг. Возможно, это был его сосед, друг, коллега по работе, одноклассник, друг семьи или какой-нибудь родственник. Обитатель ада вспомнит про него, и он обратится к ангелу. «У меня был друг из числа верующих. Поговорите с ним, попросите его помочь мне». Он понадеется, что его знакомый поможет ему. Обитатель рая также вспомнит, что в мирской жизни у него был друг или коллега, или одноклассник, или кузен, который был неверующим, был беззаконником. Он причинял вред верующим, он притеснял верующих, издевался над верующими. И вот ангел в раю скажет этому верующему: «Чего ты желаешь?» И тот скажет: «Я хочу узнать, что произошло с ним. Я не вижу его среди обитателей рая». И тогда Аллах скажет этому и другим верующим. Аллах скажет: «Не хотите ли взглянуть на то, что произошло с ними?» Верующие ответят: «Да». Этот аят был ниспослан относительно двух людей, которые жили во времена пророка, мир ему и благословение. Один из них был набожным, верующим человеком, а другой был беззаконником, который насмехался над тем верующим. Он призывал верующего на ложный путь, а верующий призывал его на прямой путь. Тот, кто призывал верующего на скверный путь, чуть было не склонил верующего на свою сторону. Он чуть было не заставил верующего последовать за ним. Однако верующий проявил стойкость и не внял призывам неверующего. И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят относительно этих двоих. В раю Аллах обратится к этому верующему и скажет: «Хочешь ли ты узнать, что случилось с твоим знакомым, который в мирской жизни призывал тебя к скверному пути? Хотите ли вы взглянуть?» Аллах говорит в Коране: «И тогда верующий посмотрит и увидит своего знакомого в середине ада». Аллах приводит разные имена ада. Все это разные названия ада, описывающие различные мучения. Верующий обратится к своему знакомому, который в аду, а обитатель ада сразу же узнает его и станет кричать: «Это я! Это я!» У него будет ужасный вид. Он будет уродливым, обожженным, обугленным. Аллах описывает их и говорит, что их глазное яблоко будет пугающе синего цвета. Не зрачки, а целое глазное яблоко. На нем не будет белизны. Их глаза будут ужасного, пугающе синего цвета. У некоторых они будут зеленоватого цвета, а у некоторых глаза будут наполнены кровью из-за невыносимой боли и мучений. Одним словом, у этого обитателя ада будет ужасающий вид, и он воскликнет: «Это я, твой друг!» И затем ангел скажет: «Это такой-то и такой-то». Обитатель рая скажет: «Ах, клянусь Аллахом, ты чуть было не погубил меня». Затем он отвернется и скажет: «Хвала Аллаху, который спас меня от тебя».